Всем привет, с вами Doom. Сегодня снова получил посылку с сайта AliExpress. Вот такой пакетик. Ну, как из названия вы уже, наверное, поняли, что там. Это лизун для, так сказать, чистки клавиатуры и не только. Ну, как бы на AliExpress это рекламируется как именно вот для клавиатуры. Нашел я этот товар в рекомендованных, знаете, в AliExpress, там, когда листаешь, бывает тебе всякие популярные товары, и вот там была вот эта вещь. А стоимость, как указано вот здесь, $69, даже, по-моему, меньше. Вот, ну что, давайте сразу открывать, смотреть. Шло это все через Финляндию, меньше месяца. Ну, еще бы, да, быстрее дошло, как бы это бесплатная доставка. Опа-на, даже в таком пакетике. Ничего себе. Так, все, пакетик пустой. Так, Super Clean, Europe, так, New, по-китайски, может, по-японски, я как бы не разбираюсь. Видите, здесь показано, для чего это все надо. Вентилятор или что это протирает лопасть. Клавиатура. Ничего по-английски не надо. А, нет, есть вот Super Clear что-то. А в основном все на китайском Made in China, естественно, но... И цвет я взял зеленый, там можно, по-моему, выбирать. Красный, синий. И так далее. Вот, ну что, давайте сейчас проверим, как это все, так сказать, работает на клавиатуре. Естественно, на механике я это не буду проверять, как бы опасно, не знаю. Может, все зальет и потом хрен отдерешь это все. Попробуем это все на старой моей мембранке. Так, ну что, вот, так сказать, подопытная крыса. Моя старая клавиатура, но она выглядит довольно-таки отлично, ничего, по идее, грязного на ней нет, я всегда ее протирал. Но вот все равно есть загрязнения небольшие, так, сейчас. Вон, видите, всякие. Все равно она такая грязноватенькая немного. Так, ну что, давайте скрывать. Знаете, как семечки, да, открывать надо. Что за... Как-то на фотографиях это было все, так сказать, красивее. Какой-то лизун. Опа, там еще целый кусок. Нужно достать все. Вроде все. Довольно-таки прикольно, к рукам не прилипает. Такой запах, знаете, что ли, лайма какого-то. Типа можно любую форму придать. Похоже на этого, знаете, лизуна из «Охотники за привидениями». В общем, принимает любую форму. Такой шарик, например. Оп. Ну что, давайте это теперь проверять. Оп, смотрите. Ой. И теперь... Смотрите-ка, все отходит. Я думал, будет оставаться. А нет, смотрите, вон. О, май лорд. Ну вот. Ну, как-то, знаете, не очень это все. Мне кажется, оно больше запачкает, если только вот так. Так, вот здесь, помните, я показывал загрязнение, да, сейчас проверим. Ну, смотрите, уже почище. Так. Если только вот так чистить, а если вы вот так налипнете, то у вас останется внутри только вот так. Не знаю, насколько хватит, это одноразовый или на несколько. Высохнет потом, фиг его знает. Ну, в целом неплохо. Так что, такой лизун. Оп.
Оп. Если его не сильно отдирать, то он как бы не прилипнет. А если его так резко вырвете, то останутся, так сказать, комки. Ну, вот такая вещь. Ссылку я оставлю в описании, кому интересно. Так, прикольно, стоит недорого. Можно заказать, так сказать, для разнообразия, посмотреть. Ну вот, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.